С высоты 12 этажа сорвался промышленный альпинист в Алматы. Он упал на балкон 2 этажа. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте. Погибший устанавливал рекламный баннер на одном из фасадов 16-этажного жилого комплекса по улице Тулеби. По сообщению пресс-службы департамента полиции, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть 27-летнего мужчины, отделом полиции при УПЛ Малининского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего.